но всех интересует вопрос. Кто же будет основным вратарем нашей сборной? Ну, тут двух мнений-то быть не может. Наши ворота на замке, когда там стоит... Яшин! В центр! Сместись! Лев Яшин. Валя. Лев. Огромный вклад в победу динамовцев внес молодой Лев Яшин. Реал, это, конечно, хорошо, но я как-то привык за Динамо. Достаньте нам эту гребаную победу! Чтобы Родина вами гордилась! Чтобы они вас запомнили! Умеет читать игру на... Футбол, он... живой. Растет, меняется. Одной реакции мало. Пойму я тебя, Лёна. Руки есть, голова работает. Ну чего тебе этот футбол? За поражение команды должен кто-то ответить персонально. Яшин уже отыграл свое. Яшин — это и есть команда. А это футбол! Старые заслуги не в счет! Важен результат! Когда станешь за сборную играть, помни, ты выходишь не просто так дерьмо пинать. За тобой страна, люди. Так что постарайся не огорчать их. А ты Яшин? Ну, Яшин. А чем докажешь?